Всем привет! Продолжаем смотреть художников. Уильям МакГрегор Пакстон. Американский художник, импрессионист, педагог, ведущий художник Бостонской школы живописи. Известен своими портретами, в том числе двух президентов США, Стивена Кливленда и Келвина Кулиджа. Родился в 1869 году в июне в Балтиморе, штат Мэриленд, в семье Джеймса и Розы Пэкстон. В середине 70-х отец Уильяма с семьей переехал в местечко Ньютон-Комен, это штат Массачусетс, где создал свой небольшой ресторанный бизнес. Пэкстон обучался в Бостонской художественной школе, где учился вместе с американским художником Дженнисом Бенкером. Затем отправился в Париж, продолжил свое обучение у Жана Леона Жерома, известного художника в школе изящных искусств. Уильям обучался в Парижской академии Жулиана. В возвращении в Соединенные Штаты Пэкстон учился у Джозефа де Кампа, который также учил Элизабет Вон, ставшую позже женой Уильяма. Познакомившись с Элизабет Вон Окки в 1896 году, Пэкстон женился на ней 3 января 1899, вот через 3 года после знакомства. Они путешествовали по Европе, часто бывали на полуострове Кейп-Код, Кейп-Эйн в Массачусетсе. Некоторое время жили в Ньютоне, Массачусетс, с его родителями, а затем уже в студии. Позже приобрели собственный дом в Ньютоне. Элизабет позировала для многих его работ. Детей, к сожалению, у них не было. Пэкстон преподавал в Бостонской школе музея изящных искусств, писал в студии Finway Studios. Он был одним из основателей Бостонской школы живописи и гильдии художников Бостона. В 1928 году стал действительным членом Национальной академии дизайна. Умер от сердечного приступа во время создания портрета своей жены в 1941 году в их доме в городе Ньютон, штат Массачусетс. Работы художника находятся во многих музеях США, среди которых Бостонский музей изящных искусств, художественный музей Кливленда, Детройтский институт искусств, художественный музей Индианаполиса, ну и так далее. Ну вот все, что мне удалось найти, не очень много информации, но все же. О Уильяме МакГрегоре Пакстоне, американском художнике, импрессионисте и педагоге, ведущем художнике Бостонской школы живописи. Пока-пока, смотрим картины, до свидания.